Актриса Дженнифер Лопес радует общественность романами с молодыми людьми. В прошлом году она праздновала 45-летие, а все ее бойфренды младше почти в два раза. И вот что называется, нарвалась. В одноименной ленте «Поклонник» ей не удастся убежать от коварного соблазнителя. Случилось несчастье, и мне пришлось перевестись в школу поблизости. А у меня там мама преподает. Она слишком крутая для училки. Боже, вы такая красавица. Ой, простите, я зря так сказал. Ничего, мне давно не делали таких комплиментов. В триллере учительница принимает ухаживание подростка, но его маниакальная влюбленность рушит семью и карьеру героини Лопес. Прекратить неравный союз теперь можно только силой. Отечественный кинематограф начал снимать фильмы про жизнь, да еще и привлекает никому неизвестных молодых актеров. Столичные критики уже хвалят фильм «Неуловимые». Стоит и вам взглянуть. Да? Настю ночью сбили. Она в реанимации. В центре Москвы известный олигарх сбивает пешехода. Девушке нужна срочная и дорогостоящая операция. Найти деньги предстоит ее друзьям. Чтобы спасти подругу, Кире, Артему и Феде придется всеми силами бороться за справедливость. Барашки, как никто другие, заслужили в 2015-м персональный мультфильм. 85 минут, а символы года стоит посмотреть. Тем более, что этот мультфильм делали авторы Уоллеса и Громита. Маленькие овечки отправились в большой город. Кудрявую делегацию в Нью-Йорке возглавил баран Шон. Замаскировавшись под людей, животные ищут фермера. Ведь без него встало производство шерсти. А овцам уже пора скидывать шкуру. Путешествие во времени – популярная тема этого года. В ход идут и волшебные кнопки, и фоторамки. Американцы пошли дальше всех и придумали телепортироваться в джакузи. Вода, конечно, хороший проводник, но не настолько же. Какой сейчас год? 2024. Мы попали на 10 лет вперед. Ты прямо Морган Фримен в детстве. А ты похож на Гэндальфа недоделанного. А мне нравится. Сломанная ванна дарит Лу, Нику и Джейкобу еще один шанс. Вместо прошлого трое друзей попадают в 2024. Исправить ошибки уже нельзя, но переверстать судьбу еще можно, пока джакузи не выбрала следующий пункт назначения. Ирина Кистерева, Дмитрий Бурматов, Тюменское время.